Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про канарского дога или пресса канарио. Пресса канарио – собака, отличающаяся мощным телосложением, уравновешенным характером и преданностью своему хозяину. Несколько веков назад канарский дог использовался жителями островов Тенерифе и Гран-Канария для охраны и выпаса крупного рогатого скота. Сегодня пресса канарио можно встретить в самых разных уголках нашей планеты. Эти собаки становятся отличными питомцами для людей, ценящих животных смелость, силу и послушание. Характер очень нравится, они мало лают. Все по делу. В основном собака все делает по делу, особенно на территории, когда она охраняет территории. Вы не услышите, что она будет бегать постоянно по забору и постоянно гавкать. И это устраивает. Ну, плюс внешний вид, конечно, собаки. Мне он приятен. Не каждому, наверное, он понравится, но мне такой внешний вид нравится. Хотя он довольно специфичный для большинства. Канарские доги имеют крепкое, крупное тело. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 56 до 68 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 40 до 65 килограммов. Шерсть у этих собак короткая и жесткая. Подшерсток в большинстве случаев отсутствует. Пресса канарио флегматики, однако во время игры могут удивить хозяина своей активностью, в случае опасности могут атаковать. Представителям породы необходима социализация, воспитание с самого детства. Канарские доги легко обучаемы, они с удовольствием учат команды. Скажем так, в чужих местах он достаточно добродушный, как видите, очень много энергии, но так как все-таки это охранная порода, то на своей территории эта собака достаточно... опасная для чужих людей, скажем так. Ну, а вот так вот на людях, в чужом месте, когда его ничто не беспокоит, ни его территория, он ведет себя абсолютно адекватно, спокойно. Его могут подойти, погладить дети, взрослые, понюхать какие-то там собаки. И даже если в его сторону будет проявлена агрессия, то он не будет так вот сразу прям отвечать собаке. Уход за пресса канарио несложен. Достаточно регулярно расчесывать шерсть питомца, следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Также для канарского дога важны ежедневные прогулки на свежем воздухе. Моем в летний период, обработка от клещей. Ничего такого особо сложного, это собаки не аллергичные, поэтому нет каких-то таких особых уходов. Все стандартно, стрижка когтей, чистка зубов по мере необходимости, социализация, мытье перед каждой выставкой. Если на выставке не ходят, то также раз в 3 недели собаки моются. Скажу вам так, они когда маленькие, они в основном гуляют сами, потому что все-таки это молос, и собака... Нельзя давать ей какие-то нагрузки до 1,5 лет, это минимум. То есть собаки, в принципе, находятся в свободном полете, гуляют столько, сколько они хотят. И даже если, например, собаку содержат в квартире, то в маленьком возрасте, да, ей нужно чуть побольше гулять, но когда собака уже взрослая, то 2 раза в день, по полчаса, по 40 минут, им самим надоедает. По их характеру, по их, ну, такому типажу, им самим надоедает много гулять. Они просто могут вот так вот лечь и сказать: «Я дальше не пойду». Средняя продолжительность жизни собак породы пресса канарио составляет от 9 до 11 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!